Еще раз всех приветствую. Ну что ж, во-первых, хотел поздравить вас с наступившим Новым годом. И сегодня снимаю небольшой отчетный видос после месяца использования вот таких вот замечательных струн DR-DDT. Я думаю, что постоянно зрители моего канала помнят, что у меня практически вся ютубная гитарная деятельность протекает на балконах. То есть, получается, те вот видосы, которые были с полками исторически сзади, тоже был балкон, и с розовыми стенами балкон, и сейчас тоже балкон. То есть, так уж сложилось, и получается такой вечный гитар-балкон-пати. Естественно, на балконе повышенные требования к струнам, потому что с климатом все не так просто, и поэтому у меня обычно на стримах уплывал строй там, и так далее, была куча геморроя. Но все это более-менее закончилось после вот этих вот струн, потому что они позиционируются как суперстабильные в плане строя, они как бы, ну, не считаются какими-то там уникальными супер-нано-струнами из космоса и прочее. То есть они, в принципе, стоят вполне себе вменяемых денег, но просто именно упор идет на стабильность. Соответственно, я использую для дроп-до 1154 и для стандартного строя 1046. В плане экстремальных условий сделал такой эксперимент. Вчера вот не настраивая, то есть настраивая дома гитару, я отвез ее на море, там сыграл плей-тру, я думаю, что видели его. Кто не видел, давайте глянем небольшой фрагмент. Ну вот, как видите, такие как бы условия не самые удобные для гитары. Плюс 10, витрина, моросящий дождь и так далее. Но гитару настроил дома и там уже не подстраивал, потому что там еще пока не придумали в скамейках розеток. И пришлось, в общем, надеяться, что гитара из дома доедет более-менее настроенная. Ну, естественно, в плане звука многие спрашивают, что это такое. Это VST-плагин Quass Amplification One. То есть мне он нравится пока больше всех, хотя он и старый, и недорогой, но тем не менее, сок вот выпускает, всякие бесконечные байсы и все остальное. Но, не знаю, этот мне все равно в плане VST нравится больше. Если, конечно, была бы возможность, я взял бы с собой Marshall и Pangea, но, блин, там это просто в полевых условиях невозможно. Ну и в плане строя, то есть, опять же, вчера я когда приехал, гитару просто убрал, ну не настраивал ее, потому что Новый год, все дела. И сейчас достал, давайте посмотрим, как она вообще. Ну, небольшие уплывоны есть. Вот третий, да, чуть съехала. Но прям лютого криминала нету. Ну да, то есть вполне себе вменяемый. И там, по-моему, в самой песне тоже какие-то, ну, маленькие-маленькие нестроящие были, по-моему, где-то вот на второй струне, где там... Где-то вот здесь что-то такое чуть съезжало, но в целом такого прям лютого фальшикраха не было. Кстати, касательно хранения гитары, есть видос на канале «Звук в руках» от Алексея Романовского. Можете глянуть, там было рассказано про всякие вот эти вот запарки хранения батареи и много-много другое. И, в общем, я думаю, что полезно будет вам, поэтому смотрите. Касательно в целом условий хранения, здесь, конечно, да, очень все в этом плане недобро. Сейчас я покажу вам такой шок-контент, поэтому те гитаристы, у которых слабая психика, я думаю, что дальше нет смысла смотреть. В общем, это, короче, новые стрип-локи Dunlop. Поставил я их примерно где-то, может быть, месяца полтора назад. И сейчас, я надеюсь, камера сфокусируется, и вы увидите балконное хранение особенности. Поэтому, в общем, этим струнам респект, и вот на гитаре с Флойдом тоже они стоят, реально здорово держат, и в плане звона, да, то есть, ну, я думаю, что будет слышно сейчас на неподключке, если брякнуть. То есть, вот, гитара используется крайне часто, и получается даже на улице, да, но пока это еще более-менее свежак. Ну, естественно, то же самое на ибанце, который используется вообще на уроках постоянно, то есть, типа 10, типа 12 уроков. Тоже пока себе все вполне звенит, несмотря на такое балконное хранение. Поэтому, в общем, от меня только всяческие теплые рекомендации к таким струнам. И, в общем, компании DR респект. Все, всем большое спасибо. До скорого. Подписывайтесь. Удачи и пока.